Всем йоу. Продолжаем, короче, прохождение зайца. Тогда что-то... Закончили мы, короче, на этом подводном уровне поганом. Что-то у нас там не удалось. Да и вообще... Не то настроение было. Не вещаю, конечно, что и сегодня мы пройдем его. Но попробуем. Должны пройти. Должны. А тут вот мы закосячились. Так. Ну и чё за хрень? Угу. Не так-то уж и сложно было. Ничего опять не собрали. Ну да ладно. Вот наши зимние уровни. Да ёпта, РСТ. Нам еще повезло, что мы не сдохли сейчас. Да блять. Ладно. Поторопился немножко. Да ё-моё. Ну, хардкор какой-то, ну, начинается здесь. Да ё-моё, тут вот не торопишься, коцаешься, торопишься, коцаешься. Ёпта, бля. Это хуёво. Ну ладно. Мата, конечно, в этой игре получается по-жёсткому больше намного, чем в других играх. Попробуем, конечно, исправляться. Не будем торопиться сейчас сильно. Да, блин. О, отлично. Надеюсь, это нам что-нибудь даст. Да ёпта, зачем ты падаешь так? Короче, колокольчик всрали. Блин, почему вы так вот подставили-то меня? Подставончик такой. Да ё-моё, да ну... Да, да. Нормалё. Сейчас исправимся. Игра-то несложная. Навык просрался. Вот чё обидно. Раньше мы это на Сеге в разы быстрее проходили. Ну, что-то я вообще закосячу на каждом этом. Давай, заяц, блин. Хорош. Прикалываться-то. Надо с пустого-то места вылазить. Yes. Пройдем. Так, да хорошо, нам повезло еще. Да блин. Срань ты.
Чёртовы твари. Вот вы кто. Так, это что у нас? Нам надо было прилететь сверху сюда. Так, торопиться не будем. Блин, пингвины эти. Называем их снеговиками. По жести нам обламывают все. Нормально. Так, ну этот затащили. Два континиума просрали, конечно, ну да ладно. Что-то моркови ни одной не увидел. Хапнул, что-то сконвертировал, что ли. Здорово, братья снеговики снежные. Зачем я сюда спустился? Зачем вообще мне это сердечко? Проклятая жаба. Сколько они нам говна делали, эти жабы, блин. Блин. Гениальная это, задумка поставить на диагонали вот именно от этих тварей. В действительности сложно перепрыгнуть, когда по диагонали они падают на тебя. Так, у нас вот здесь вот колокольчик где-то. Блин. Блин. Просрал колокольчик. Думаю, никто не полетит. Блин. Тоже затащили. Здесь собрались морковные эти почки. Почки, почки. Так, что это? Третий акт уже зимний. Следующий босс будет. Эх ты, тварь какая, а! Все ж хорошо было, блин. Окей. Ничего страшного, сейчас затащим. Не такое тащили. Так, вот здесь, да? Или не здесь? Точно. Вот, блядь. Ублюдки, а. Больше никак не могу это назвать. Просто ублюдки. Смотри, что творят. Диагональные твари. Блин, у меня еще и сердечко-то одно. Это вообще жопа. Ха. Вот почему так и думал. Вообще, захочешь разогнаться? Нельзя. Ну, да то он и третий акт.
Суки вонючие. Терпеть вас не могу. Да блядь, здесь вообще нельзя, короче, разгоняться. Ладно. Все поправляем. Вообще последних уровнях этой игры желательно вообще не бегать вот так вот, как я бегаю. Это в первых уровнях можно было разбежаться, там пробежать уровень за 2 минуты, блин, меньше даже, как в Сонике. Чем дальше, чем лучше здесь сноровку. То, что вот нам показывают эту морковь собирать тут. Да-да-да, вот. Именно про это я и говорю. Все это обман. Тупо вынуждающий нас разгоняться. Ни хрена. Здесь нам надо разогнаться, чтобы вот сюда залезть. И все. Мать твою. Это вообще не... Блять, это вообще неудобно. Просто жесть. На диагонали на них прыгать. Давай быстрее давай. Это надо за это, блин, премию выдавать создателям вот такого хардкора, блин. Вроде что такого, да? Поставь просто обычного противника, но по диагонали, на плоскости диагональной, и все, игрок просто встрянет. Блять, все ж хорошо было, нет, надо было запортачиться. Так, где там? Все, нам этого хватит. Окей. Попробуем. Вот мать твою. Вот мать твою. Окей. Вроде тащим пока. Все. Да уж. Давно такого не было. Ну все, босс. Падла. Да ёпта, блин. Ты засальщик херов. Пылесосом сосет тут своим. Да как? Там уже бомбы не было, ты че? Да отвали! Все. Давай, извини, Бастер Банни, все нормально, поедем что-нибудь, поедем. Давай, проголодался. Жруны сраные. Лишь бы жрать все. Вот мы дошли до заключительного акта. Весьма неплохой такой уровень. Веселый, интересный. Сложный. Ну, как бы так. Здесь вообще торопиться тоже нельзя. То есть вот, да, вот о чем я вам говорил. Всегда нужна здесь сноровка. Сейчас, если мы свалимся вниз, это будет вообще жесть. Это все подниматься по новой надо будет.
Почему? Вот больная тварь. Да, похер на тебя. Похеру. Ты-ты-ри-ты-ты-ты-ри-ты-ты. Да блять. Тебя затащим. Ничего страшного. Ну, я думаю, ничего страшного. Да сучка ты сраная. Какого хуя ты меня постоянно коцаешь? Да, блядь. Какая ты противная, а? Окей. Так, здесь что? Никто не прилетит? Спасать меня. Ну да насрать. Больно-то и надо. Опа. Так. Пиу. Пиу. Нормально. Фу. Опа. Пошел нахер. Так, здесь мы никуда не должны упасть. Опа. Вот это нормально. У меня же вообще одно сердечко осталось. Так. Тут надо это... экономить. Нервы. Музло четкое. Блять! Это я зря. Нет, как раз так и надо будет. Все, короче, я просрал. Я думаю, что да. Ну, сука, я так и думал, блять. О, лютый уровень, лютый. Ничего не скажешь. Проще все-таки посюда бегать. Да. Вроде затащили. Главное не торопиться и приноровиться. Вот так вот. Сука! Вонючая сука! Вот, ну... Нет слов. Какого хера вот сейчас было? Вообще непонятно. Понятно, блядь. Короче, убивайся нахер. Так не пойдет дело. Шел нахер. Будем отбиваться. Так, пока вроде в норме. Так.
Эту тварь вообще не трогаем. Блять, ёбать. Ёбань. У меня все в голове кипит уже. Просто жесть. Ну, на то он последний акт. Так и должно быть. Просто я сейчас сижу, вспоминаю. Это ж... Окей. Как-то умудрился залететь еще так. Это ж как у нас... Нервы раньше работали так. Вот на эту жесть. Так, не пойду я к тебе. Так, вот про эту хрень я забыл. Случайно. Так. Оп. Чуть не сдох. Бывает. Так, 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 отойди. Так, здесь главное не нарваться, да. Это мы помним. Там шипов туча. Да такая туча, что... О, окей. Повезло. Не торопимся. Нахер. Нас это не спасет. Так, на чем я там застрял-то? Блин, ты смотри, че. Ты смотри, что они творят. Да. Фу, затащили. Так, так, так. Вроде ничего пока. Ух, блин. Так, тут три тоже акта, значит, будет. Да куда ты бежишь-то? Торопишься? Торопишься? Нельзя, заяц, торопиться здесь. Да ё-моё. Никогда не наступайте на грабли по 100 раз, как я это сделал. Я обычно таких ошибок не совершаю. Да, блин. Звук угарный там. Сука, зачем так высоко? Этот вообще, смотри, нет. Опа-на. Нормас. Так, а нам этот робот нужен? Я не понял, зачем она херачит по мне? Ты давай не это. Чё-то вообще не понимаю. Системы. Блядь. Ну хер с ним бы. Был бы. Да блядь. Вот одну круглую херь перепрыгнуть не можешь, что ли? Это что за дрочь? Да ребята, вы что, угораете, что ли? Не-е-е. Несерьезно. Несерьезно. Несерьезный подход. Блять. Она такая маленькая тут. Я рассчитываю, как большую перепрыгнуть какую-то вещь. Получается, как бы, не получается, короче.
Я вот думаю, робота зря завалил. Хотя, наверное, здесь предусмотрено то, что такие дурачки, как я, будут мочить его. Так, и чё, куда это я пришел? Окей, это нам спасет жизнь иногда. Так, ну я думаю, сюда надо идти. Надеюсь я на это. Ай, блядь. Ну, ладно, хоть не все они хавают. Зря, конечно, я обратно на шарик залез. Так, мне нахера вот это вообще? Блядь. Абсурд, абсурд. О, это вообще гениально. Они даже это, не сохраняют нам акт второй. Вот такая вот жесть. Да. А вы говорите, не хардовая, не хардовая. Да. Я и забыл вообще, что здесь нет сохранения на последнем. Ничего, сейчас быстренько затащим первый вот этот. Дойдем до второго, я предлагаю сохраниться, потому что это беда, я могу вообще не затащить никогда так, таким методом. Так, окей. Да, блядь. Вот сердечко бы то спасло мне жизнь сейчас. Ну да ладно. Так, нам наверх. Сердечко нужно. Все, всрал. Всрал сердечечко. Ладно. Одно всрали, другое подобрали. Гениально. Давай, трещотка. Окей. Чё-то я чуть не это, не запорол. Ладно. Тащанули, тащанули. Так. Руки ледяные уже просто стали от этого. Так. Я думаю, здесь засейвим. Сразу чпок. Давай, 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 давай. Опа, хер там. Я не знаю, для чего мне этот робот вообще. Пригодится ли он мне? Походу нет. Ладно, тут вообще, по-моему, никак не это, не выиграть. Блин, он меня достал. Он только мешает. Сбивает, в смысле? Типа преследует тебя.
Ну, блин, отлично, вообще отлично. Зачем? Так, если я сюда упаду, что-то с этого будет? Опа, вагонетка. Все? Надо было так и тащить, блин. Что-то я поверху зачем-то пошел. Да, ни одной моркови, нормально. Так, ну что, здесь сейвим. Потому что дальше-то еще сложнее все пойдет. Так, а это вообще уровень, по-моему. Здесь проваливаться можно полетом. Так, что-то я вот вообще не помню, а для чего вот эти... Тут же ничего нету. Ага. Там жизнь внизу. Надо было за ней сгонять. Давай-ка сгоняем. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Напоминает музыку из Чипи Дейла, там, короче, это часовая, часовня такая была. Там тоже ты-ты-ты-ты. Может, когда-то, кстати, пройдем Чипи Дейл. Тоже весьма это нелегкая игра, я так скажу. Но она и красочная, интересная. Так, вход. Куда вход, я не помню. Ага, отлично. Я тут сохранился, поэтому не будем туда заходить, значит. Нас, как обычно, наебали. Балиная. Балиная. Блин. Ну, ладно. Так, нам надо возле двери будет сохраниться просто. Сейчас сохранимся возле двери. Вот тут. Блин. Не то. О, то. А я тут засейвим теперь. Окей. Мне вот эти вот механизмы никогда не доставляли хлопот. Даже интерес был всегда к таким вот штукам. Красиво выглядит очень. Так. Сейвим. Комнатушки. Ну, мать твою. Что началось-то? Мне бы вот еще эту поднять. Сердечечко. О, колокольчик. Это весьма полезная штука. Так. Бля. Бля.
Так, что за колокольчиком, я думаю, не пойдем. Нахер бы он нам нужен. Так, ты отстань. Чик-чик, окей. Изучено. Так, мы открыли дверь. Не помню, где она находится. Где-то тут. О, еще один колокольчик. Так, ну я предлагаю тогда сгонять туда за колокольчиком. Тем самым мы соберем 5 сердечков. А. Так нам сюда и надо было, ё-моё. Окей. 4, так 4. Может, могли бы, конечно, и 5 собрать. Сейчас бонус, этот босс-акт будет. Последний. Сохраним. Я люблю этого маленького пушистого веселого попрыгунчика. О нет, осторожней. Это же Эльмира. Не дай себя поймать. Мать твою. Ну тут жестяк такой. О, и все нам по новой дают. Вот на то и был хардкор в Сеге. Да, пошла ты нахер. Отстанет сейчас корова. Мучительница зайцев. Не дадим в обиду нашего Бастера. Бля, чуть не въебал. Вот это жесть. Сука. Старая. Ну-ка, свалила нахер от меня. Да ё-моё, ё-моё, а. Да как оно прыгает высоко. Попрыгунчик-то не я, а ты, блин, походу. Элмайра, блин. Больная девочка на голову. Заведи себе другого зайца. Что ты до меня докопалась? А? Элмайра. Да ёпта, блядь. Как меня бесит эта херня. Ладно, погнали. Нет, чем я быстрее разгоняешь, мне кажется, тем хуже для нас. Она нас быстрее так сцапает. Лучше ее притормаживать вот таким образом. Ну что она вытворяет? Коза жирная. Не знаю почему я ее так назвал. Да блять, вонючая сволочь. Да, пускай такое и будет. Как я ее назвал, сучку. Хардкор. Ч
Че ж ты на фабрике-то забыл? Я ничего не понимаю. Девочка, иди домой. Тебе здесь не место. Ей-богу, отстань от меня. Отвали. Да, блядь, оставалась хуета, блядь. Просто добежать и все. Пошла нахер. Ага, это хорошо, что я вверх в потолок врезался. Так бы была жесть. Все, нахер, пропала тварь. А, вот и последний босс. Ты победил, кролик. Я верну тебе бабс, бани ее друзей. Но сначала дай мне сокровище. И не мечтай. Что ж, я тебя предупредил. Опа. Опа. Я уже забыл даже, как играть-то был. Все, вспомнил. Помню. Сейчас засейвим. Дальше что? Но не тут-то было. Не думайте, что это конец. И босс таким легким будет. Там, по-моему, вторая будет еще версия этой херни. Ого. Вот, вот, о чем я говорю. Да ё-моё. Да ё-моё. Да ё-моё. Короче. Да. Окей. Вот так. Пересохранюсь немножко. Так, последнее сердечко у меня осталось. Да, с сейвами играю, но ничего. Иначе мы бы вообще не прошли, я думаю. Если только на стриме перепроходить. Ну никак не в летсплее. Так, все, зажал он меня. Думал, что зажал. Ты обещал освободить Бабс Банни и остальных. А как же сокровища? Как там говорится, кто раньше встал, того и тапки. Зачем тебе, мудак, сокровище мое? Черт, черт, черт. Оно должно быть, было быть моим. Давай на эти деньги превратим наш остров в парк развлечений. Отличная идея. Время для вечеринки в стиле Бастер Банни. Ну вот и... Это типа как предварительная была... предыстория. Следующая часть, по идее, на Денди должна быть. Там как раз уже парк развлечений, вот этот, который они переделали. Ну вот, собственно, прошли мы любимую игру детства. Думаю, вам понравилось. Ну, не думаю, а надеюсь. Пишите свои комментарии, что еще из старенького можно будет пройти. Ну, дальше, если что, встретимся в будущем уже, я думаю, как будет время, так что-нибудь пройдем обязательно. Ну, всем счастливо и пока.